Настроен на поражение! Эти ребята меня уже достали. Привет. Привет. Я в тебя верил, Дрейк. Ну, что дальше? Не знаю. Я соображаю на ходу. Но это точно то самое место. Погодите. Эти символы нам что-то подсказывают. Да, здорово, Роман, с Навара тут все переворотили.
Это точно то место? Ну что, похоже, нашли? Ага. Лови. Ну, что скажешь? Не знаю. Может, и тупик. Стойте. По-моему, тут есть какой-то проход. О, черт. Что там такое? Салли, живо назад! А? Ловушка! Салли, ты живой там? Салли! Да, да, я цел. Цел и невредим. А. Вот только копчик отбил. Слушай, возвращайся в библиотеку. Нам придется искать другой выход. Остается один путь. Вперед. Ага. Что это такое? Хитроумный способ спрятать сокровища. Куда нам идти? Так. Стоп, стоп, стоп.
На карте Дрейка в углу проставлены римские цифры. Это что-то значит. Я постою, посторожу, а ты придумай, как нам перебраться на ту сторону. Явно для чего-то нужно. Что это? Прекрасно.
Салей, слышишь? Черт, нет сигнала. Придумай, как открыть эти ворота. Я жду здесь.
Да что там? Убейте обоих. Вот ведь, час от часу не легче. Я его вижу!
Моу! Надеюсь, это не тупик. Заглянем сюда. Тут ничего нет. Мне это надоело. Нейт? Это Дрейк. Он ничего не нашел и умер здесь. Вот тебе и величие. Потратил жизнь впустую. Нейт, надо уходить. Ты готов? Да. Конечно, готов. Должен же быть отсюда выход. Там наверху какой-то механизм. Эй, там лестница. Я могу дотянуться, если ты меня подсадишь. Ладно, залезай. Ты тяжелее, чем кажешься. Достаешь? Что-то типа лебедки, что ли? Тут веревка. Я попробую ее к тебе спустить. О, я вижу туннель. Тут можно выбраться. Привет, парни. Тише, Эдди, тише. Что там такое происходит? Ты их не видел? О, нет. О, господи, нет! Нам конец! Это что такое? Нам конец! Нам всем конец! Нет! Эдди, вернись! О, черт! Дрейк, если мы не выживем, хочу, чтобы ты знал, я тебя ненавижу! Ага, взаимно. Ну, приступим. Просто спусти веревку! Быстрей! Черт! Она вся прорвалась! Не крутится! Черт!
ладно. Ранена? Нет. Нейт. Все, тут они нас не достанут. Нейт. Что? Где это мы? Я не знаю. Пошли. Ого. Да. Вот откуда подлодка на Амазонке. Нейт, иди посмотри. Они его нашли. Проникли в хранилище и все оттуда вынесли. Да, но с монастырем-то какая связь? Не знаю. Что-то не складывается. Если статуя теперь там, это значит, мы были прямо над ней. Наверняка этот лифт ведет наверх. Нацисты не оплатили электричество. Да чтоб тебя! Если добраться до машинного зала, можно восстановить подачу энергии. Только сначала надо найти выход. Стой, что ты делаешь? Что ты делаешь? Я нашла выход. Молодец. Ага. Ну что, пошли? Нет. Тут ты сам, ковбой. В смысле? Нейт, ты же знаешь, я не допрыгну. Я тебя не оставлю одну с этими монстрами. У нас нет выбора. Ты включишь питание, вернешься за мной, и потом мы отсюда смоемся, ладно? И иди уже. Я скоро вернусь. Ага.
Салливан, ответь! Нейт! Ответь, Нейт! Да, бесполезно. Сигнал не проходит. Что тут у них произошло? Черт!
Ладно. Это, наверное, машинный зал.